Несмотря на свои маленькие размеры и население всего 5-6 миллионов человек, Сингапур не перестает нас удивлять всякими новшествами и уникальностями. В частности, сегодня мы попробуем с вами подводный ужин или даже подводное гастрономическое шоу, в котором у нас будет подача вегетарианских блюд, морских блюд, мясных блюд и всего, чего пожелает ваша душа в потрясающем окружении мисмерических морских животных, света и шикарного сервиса. Впрочем, насколько шикарный сервис, я еще не знаю. Это мы как раз с вами сейчас и проверим. А здесь практически все сделано по фэншу. Если хотите понять значение любой китайской еды, то на самом деле просто. Как правило, любой бульон обозначает процветание. Желтый цвет – золото, рыбка – процветает. И вот это блюдо с китайским сложно говоримым названием называется «Money comes from everywhere». Нет деньги, чтобы поступали ко мне со всех сторон. Я сказала это как минимум три.